Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня на обзоре инверторный сварочный аппарат калибр SVE-205. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, а также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Сварочный инвертор – инверторный источник сварочного тока калибра Micro SVE-205, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки постоянным током, покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкций в бытовых условиях. Узлы инвертора расположены в металлическом корпусе с вентиляционными решетками для отвода тепла. Охлаждение прибора обеспечивают два радиатора и два вентилятора. Специальные вентиляционные отверстия в корпусе продлевают время непрерывной работы аппарата без перегрева. Ручкой потенциометра регулируется ток сварки в зависимости от диаметра электрода и свариваемого материала. Специальные разъемы дают возможность быстро подключить сварочные кабели и приступить к работе. Надежное соединение исключает потери тока и нагрев в местах контакта. Размеры инвертора составляют 22,5 на 10 на 15 см, вес 2,6 кг. Для удобства переноски оснащен ремнем. В комплектации, кроме самого аппарата, вы найдете комплект кабелей, маску, щетку и документацию. Поставляется в картонной упаковке. Инвертор адаптирован к российским условиям работы от сетевого напряжения 230 вольт и позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов – рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и другими. Инвертор преобразует переменный ток стандартной электросети в постоянный ток сварки от 10 до 205 ампер для работы электродами диаметром от 1,6 до 4 мм. Защита от перенапряжения обеспечивает стабильную работу при скачках напряжения в электросети. Преимущества: защита от перенапряжения, прочный металлический корпус, простота использования, небольшие габариты и вес, долгий срок службы. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Отказывается варить при понижении входного напряжения. Общее качество сварки слабое и нестабильное. Нет никаких антизалипаний и горячих стартов. Ужасно разжигает, любит липнуть. Регулятор тока не соответствует действительности. Хлипкие провода. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Маленький, легкий, дешевый, удобно носить на плече. Хороший держак. Ни разу не перегревался и не ломался. Уверенно варит электродами 3 мм. Автоматы на 16 ампер не выбивает. Работает как от сети, так и от генератора. При всех недостатках в принципе работает. Возможно, вы станете владельцем этой модели инверторного сварочного аппарата. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и комментарий. Подписывайтесь на канал и уведомления, будет много интересного. Всем пока!